Меня зовут Эриэль Экстин, и я генеральный директор LinkedIn в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Наша задача — объединить всех профессионалов в мире, чтобы помочь им стать продуктивнее и успешнее. Наша конечная цель — предоставить экономические возможности каждому работающему человеку в мире. Мы даем шанс профессионалам по всему миру демонстрировать свои таланты и достижения, устанавливать рабочие контакты и управлять своей карьерой. Мы самая большая в мире профессиональная социальная сеть. В ней состоит более 225 миллионов пользователей. Один из способов, который помогал нам расти и развивать свой бизнес, это постоянная ротация кадров. Мы не хотим, чтобы наши сотрудники засиживались в одном и том же офисе. И если я не могу пообщаться с вами лично, я все равно хочу видеть ваше лицо, иметь возможность посмотреть вам в глаза, убедиться, что у нас происходит прямое человеческое общение. Раньше в интернете занимались в основном активным рекрутингом, но постепенно компании стали понимать, что лучшие специалисты не обязательно сами ищут работу. Часто хорошие сотрудники вполне довольны своим местом. Так, если вы занимаетесь только активным рекрутингом, выбор у вас не так уж велик. По нашим данным, только 10-20% пользователей LinkedIn активно ищут новые возможности. Остальные пассивны и довольны тем, что имеют. Мы предоставляем нашим клиентам намного более широкий доступ к талантливым людям. У LinkedIn есть замечательная черта. Точно так же, как мы работаем с крупнейшими компаниями в мире, мы можем быть полезны и малому бизнесу. Мы можем помочь им нанять лучших сотрудников, заниматься маркетингом продуктов и услуг, продавать их другим компаниям. С LinkedIn работает более 80% Fortune 100 и более 60% FTSE 100, самые успешные компании в мире, и в том числе российские, Яндекс, Люксофт, Сахалин Энерджи. Они используют LinkedIn для того, чтобы искать таланты и общаться с потребителями. Россия становится, да и уже стала невероятно интегрированной частью глобальной экономики. У русских пользователей есть доступ к более чем 200 миллионам профессионалов за пределами России, с которыми можно обсудить экспорт, инвестиции и другие бизнес-вопросы. Глобализация продолжается. Международным становится не только бизнес, но и рынок труда. Люди из Лондона, из Москвы, Петербурга и Мехико-Сити могут теперь работать вместе, искать возможности как в своих городах, так и в других частях планеты. Поэтому для нас мобильные технологии — это приоритет. За последние 2 года доля мобильных пользователей LinkedIn выросла с 10 до 30%. Современные пользователи не сидят на месте, и нам нужно удостовериться, что у них есть доступ к нашему продукту везде — дома, в офисе, в гостинице, в самолете. Поэтому мы разрабатываем мобильные приложения на все самые популярные платформы и на планшеты. План Б на сайте rbk.ru.